Пейзаж был написан Юлием Клевером в начале его художественной карьеры. Сын профессора Дербского университета, он в 1867 году был вольноприходящим учеником Императорской академии художеств на архитектурном отделении. Затем в 1868-1874 с перерывами постоянным учеником в пейзажном классе у Воробьева Саграта Максимовича и Михаила Константиновича Клотта. Вышел из академии, не закончив курса обучения. Самостоятельную творческую деятельность Клевер начал в 1874 году. В 1876 получил звание классного художника первой степени, а в 1878 удостоен звания академика. В 1881 году за картину «Лес» получил звание профессора. Картина была повторена в 1880 году для Третьякова «Девственный лес». Еще раньше Третьяков приобрел в свое собрание картину Клевера «Мелколесье». Изображения природы в этих произведениях основывались на тщательном изучении художником натуры. Важную роль в получении необходимых навыков сыграла поездка мастера в 1873 году в южные губернии России. Определяющим фактором для становления творческой манеры Клевера стала его поездка на остров Нарвин в 1879 году. В дальнейшем тонко подмеченные им особенности деревьев в суровом северном климате, причудливо изогнутые из-за недостатка света стволы, ветви, кроны деревьев, будут значительно усилены, приобретут декоративный характер, став существенными чертами стиля художника. В его творчестве возникнет повышенный интерес к световым эффектам и освещению в целом. При этом мастер отдавал предпочтение багряно-красным закатам, наиболее выразительным, в зимних картинах природы. Одним из пейзажей такого рода стало представляемое произведение. Художник изобразил крестьянское селение с низкими деревянными домами, занесенными снегом. Деревья, покосившаяся ограда, сваленные на нее ветви – все запорошено снегом. В центре композиции – мужик с лошадью, запряженная в розвольне, одетый в тулуп, подпоясанный кушаком, в теплой шапке и валенках. Он, вероятно, только что привез из леса заготовленные бревна, сбросив их у изгороди. Ярко-красные лучи заходящего солнца обволакивают сцену нарядной полупрозрачной пеленой. Они играют золотыми, оранжевыми, коричневато-розовыми рефлексами на перламутровом, серебристо-сером искрящемся снеге дороги. Брызгами огоньков загораются на коричневых стволах и пушистых, тяжелых от налипшего снега кронах деревьев. Отражаются на шапке и тулупе мужика, на дуге упряжки лошади. Вся сцена приобретает уютный, одновременно возвышенный характер. Впечатление торжественной красоты усиливается благодаря небу. У горизонта оранжево-красному и золотистому, а выше – зеленовато-голубыми участками, занимающими большую часть пространства картины. Этот образ завершает силуэт церкви с колокольней на фоне серых с розовато-полевыми оттенками облаков на заднем плане. В данном пейзаже Клевер создал наполненные глубокими ассоциациями и смыслами близкий душе каждого человека образ Родины.
Этим объясняется необыкновенная популярность пейзажных произведений Клевера, широко репродуцировавшихся в альбомах, каталогах, иллюстрированных журналах России во второй половине XIX – начале XX века.